Вы знаете, неравенство на дорогах является выражением неравенства в реальной жизни. Мы видим, что власть принадлежит не чиновникам, власть принадлежит деньгам. В России все власти денег. Это самая главная проблема. В России совместно власть и общество должны победить все власти денег. Поставить на место миллионеров там, в жизни и тех, кто откупается и готов купить любые нарушения на автодорогах. Инциденты с всякими начальниками, да, тоже есть, но их значительно меньше, чем инцидентов, участники которых откупаются за простые взятки этим милиционерам. Что касается всяких там мигалок, там все прочее, так сказать, удостоверений, мне кажется, протест против них является не связан непосредственно с безопасностью на дорогах. Мигалки мало оказывают влияние на безопасность на дорогах, но он является протестом против формирования сословно-кастового общества в России, когда дети министров становятся руководителями банков. Здесь надо всем нашим членам правительства на стенке повесить, всем членам правительства, всем руководителям госкорпораций повесить большой плакат слова Александра Лукашенко. Революции начинаются там, где миллионерами становятся дети руководителей, их любовницы, жены и другие близкие родственники.